Буквально 3 часа назад тебя посетила гениальная идея. Ну давай, начнем сегодня. Чего? А ты поставила на хорошую камеру? HD 60. HD? Да. 4K 60. Начинай. Буквально 3 часа назад тебя посетила гениальная идея. Так, сегодня у нас 4 января. И я решила просто позвонить нашим друзьям, узнать, есть ли у них какие-то планы на сегодняшний день. У них оказались очень грандиозные планы, они хотели уехать из города. Вот, ну и так как-то спонтанно мы вместе с ними. В общем, завтра мы едем в Новосибирск, уже сняли там квартиру. Что-нибудь там делаем, куда-нибудь ходим. И потом на следующий день, а то есть какого уже... 6 января мы едем в Танай кататься на сноуборде. Поэтому мы сейчас едем за сноубордами. Я тут такая вся трендовая, короче, леопардовая шуба. И вот эта вот розовая шапка с ушками. И я не понимаю, она мне все-таки большая или нет? Как будто бы большая. Напишите в комментариях. То есть, если я вот так вот ее делаю... У меня слишком маленькое лицо. Мне как-то не очень нравится. Поэтому, знаете, я как ребенок, как детям завязывают шапочки вот так. И чуть-чуть назад. И вроде нормально. Ну и, кстати, не так уж прям кринжово сочетание розового с леопардом. Зато на меня все оборачиваются. Я не знаю, хорошо это влог. Отвлекитесь. Расскажите, что произошло. Ты интервьюер. 4К 60? Да, да. Наши друзья приехали раньше нас. Они спросили про аренду, и в итоге аренда на троих на 3 дня получилась 11 тысяч. Так это проще купить сразу сноуборд. И кататься по очереди на нем, да? Да. Вот, и поэтому, в общем, мы не стали арендовать. Уже приедем в Танай и будем там по факту. Надеюсь, что очередей сильно больших не будет. 4К 60? Да. Что тебе нужно? Мне еще за тебя придумают, что говорить. Давай. Я готовлю суп. Как у тебя настроение? Ты готова ехать? Я волнуюсь за Тонечку. Тонька, скс. Что, рыбы хочешь? Есть она хочет. Ну, все, все, все. Я ей давал жидкий. Да, и жидко еще. 4К60. Если что, это заставил он меня спросить. Все, мы собираем вещи. Хочу примерить свой комбинезон. Кстати, тебе бы тоже не помешало примерить свой. У меня все равно больше ничего на нет. На пузик не налезет. О, он такой сопленький. Классные такие перчатки, я в том году покупала. Даже влог, кстати, снимала с Шерегеша. Все под цвет. Блин, он мёртвый. Не беспокойся, он выпрямится. Я гладить точно не собираюсь. Не делать ничего. Ой, вот такая вот еще была Клара. Не помню, я стирала ее или нет. Вроде бы стирала. А? Очки показать? Очки показать, хорошо. Это очки Антона. Мои красивее. И кошку у нас во сне есть. Все, на. Буду собираться, не отвлекайте меня. 4К60, давай. Я еще не забываю. Так, сегодня 5 января, почти 10 часов утра. Все, мы выдвигаемся в... Тебе не холодно, кстати, в футболке? Все, мы выдвигаемся в Новосибирск. Ура! Поели кашу. Поели кашу. Взяли кофе. Да господи! А я не начинаю запись. Мы заселились. Давайте я вам покажу быстренько квартиру. Это не отель, это вот прям квартира. Какие-то ихние холмы, Ленинские холмы называются ЖК. Получается, здесь коридор.
уже обувь. Я. Санузел. Снова я. Идем далее. Вот такой современный ремонт. Холодильник, печь. Здесь у нас что? Микроволновка, шкафчики. Обеденная зона. Здесь диванчик, спальня. Скорее всего, мы здесь вот будем с Антоном спать. Здесь шкафы. Быстренький такой у нас обзор. И здесь вот еще одна комната. Здесь будет ребеночек спать. И опять же шкафчики. В общем, очень даже неплохая квартирка. Единственное, что здесь есть посуда. Не очень хотелось бы ей пользоваться, потому что все-таки у меня какое-то убеждение в голове сложилось, что вот в квартирах недосконально убираются, не как вот, допустим, в отелях. Все может быть какое-то грязное. Ну, короче, не очень чистенько. Мы приехали в какой-то фуд-корт. Ой, вообще сними, как здесь красиво, да? Да, обычная улица. Гастробар. Мы перепутали. Мы вообще-то шли не в Ресто-бар, а в Ресто-холл. Вот он какой. Там несколько заведений. То есть получается, как типа фудкорта в ТЦ-шках. А, ну, как я понимаю. Много-много места. И выбираешь еду и садишься. Короче, сейчас покажу. Мы заказали сейчас все, и нам выдали вот такие вот пищалки. Как будет готово, запищите, можно забирать. Я заказала bubble tea и кофе. У тебя запищал? Мой? Где? Ничего не пищало. Я с тобой прям запищала. Красная, да. Тут просто... Надо, ну, просто, ладно. Чтобы громко было. А ты ребра взял? Да. А пить со мной будет, да. А лимонад взял? 500... А, да? А то у меня этого волки 500 миллилитров. Будешь давиться. Что произошло в твоей жизни? Было очень. Я расстроилась. Сегодня 6 января. 07:18. Мы встали в 6 часов утра. И сейчас поедем до Танаи. Я не выспалась. А ты выспался? Да мне вообще хорошо. Я такой бодрый. Я хочу спать. На улице хорошая погода, но мне почему-то немного холодно. Хотя тепло делать. Спину дует. Вот сюда. Покажись. Давай я тебя покажу. Нет, давай меня. Черная фурия моя. Красавчик. Мы уже приехали, отстояли огромную очередь. Мне кажется, мы целый час стояли, на минут 40 точно. Сейчас посмотрим, что за гора. Ну, без своего мы сюда точно больше не поедем. Там прокат один. И, ну, медленный. А людей много. Да, там они все медленные. 38 размеров уже не было моего размера, то бишь. Хотя еще только половина народу обновилась. Ну, короче, мне дали 39,5. Сначала 39, там что-то не так было, 39,5. Вот Антон сейчас примеряет тоже ботинки. Ну, точнее, мы там одну ногу примерили, вроде села. А вторую ногу, там что-то со второй ногой она как-то не очень хорошо села, но уже как села. Они как будто из разных мне принесены. Пока впечатление не совсем положительное. Сейчас может гора понравится. Да даже если гора понравится, короче, в Танай приезжайте, либо берите в прокат, все-таки в своем городе, либо со своим приезжайте, ну потому что это прям ужас. И сдавать так же. Вот в таком вот печальном состоянии вот эти ботинки. Все порвано.
Ужасно. Вообще нет креплений, практически половина. Очень странно. Если что-то с ними случится из-за сноуборда, то все, 48 тысяч. Антошка, маши. Ну говори, чего недовольная ходишь? Я довольна, я просто замерзла. Мы уже, наверное, катаемся где-то часа 4. Такие долгие подъемники. Ужас! И попа вся мокрая. Я домой хочу. Еще живот болит. Пошли! Ну, как тебе? Мы устали немножко, приехали сейчас в кафе, покушаем и поедем до Томска, до дома. А вообще, как, ну, покатались мы отлично, гора хорошая, на подъемнике поднимались, очередей не было, а вот очередь была в прокат сильная. Вообще очень классно. Спросил Танира. Танир, как тебе? Классно, весело. Как тебе кафешка местная? Как тебе чебурек там? Чебурек маленький. Его почти не было. Там какой-то, блин. Нет, но вкусный. Маленький, но вкусный. Вот сейчас белые журавли будем оценивать. Мы уже дома. И мои такие небольшие выводы по поводу поездки в Танай. Если вдруг вы находитесь где-то рядом и вдруг соберетесь посетить это очень интересное место, да, то советую, конечно же, брать снаряжение либо на прокат в своем городе, либо ехать уже со своим снаряжением, потому что непонятно, будет там очередь или нет. В общем, нам не повезло, мы стояли 40 минут в очереди, даже, мне кажется, целый час, все вспотели, потом все замерзли, короче, такие дела, поэтому советую, мой совет вам таков. И если также будете в Танае, то обязательно зайдите в кафешку, где вот, вот это вот название «Белые журавли», вот, вспомнила, точнее, посмотрела, обязательно сходите, потому что это просто, там такая вкусная еда, я готова была руки поваров целовать, потому что было, ну, очень вкусно, вот прям все по-домашнему мы взяли, и короче, мы много чего там взяли, потому что были очень голодные, и драники вкусные, и пирожки просто божественные, я вот из-за них хочу теперь свои пирожки такие сделать, очень было вкусно. Домашний прям. Спасибо, что посмотрели этот влог. Пока-пока!